Вдруг подумаешь, если ты не крикнешь громче речка, оно так и выпадет? Вдруг? It arrived in Switzerland, Geneva, by the look of it. Yep. Well, they're both definitely going to see that fountain. Где-то высоко-высоко в горах, на идеальных лугах, пасутся ухоженные коровы. По белоснежным вершинам рассекают лыжники, а по опрятным улочкам ездят миллионеры на дорогущих авто. Кажется, такое бывает только в рекламе. Но нет, все это существует на самом деле. Причем посреди Европы, в райской Швейцарии. В этот уикенд мы увидим сразу несколько городов. Женеву, Грюер и Цермат, где собрано все самое швейцарское, дорогое и безупречное. No, I don't hide. Yeah. В Швейцарии просто взять крутую тачку, это давно уже не круто. Поэтому я взяла себе элитный тур и консьержа, который покажет мне самые лучшие места в Швейцарии. Hey, you are French? Hello, how are you? Okay, все хорошо? Все хорошо, все прекрасно. American? Nice to meet you. Знакомьтесь, это Ян, мой личный консьерж. Консьерж – это не бабулька, которая следит за порядком в подъезде, а специалист по отдыху для богачей. Он знает все секретные места. Он выполняет любые прихоти. И на весь свой день он только будет. Вам найдет и все равно. А, да, я взяла себе вот эту малышку. So, please, now. How did you not die? Switzerland! Here we go! I've already 10 rounds killed to the end. I've got nothing. I'm not. Albert, does the knife do damage? Yes. The knife? Yes. It doesn't do any damage for me. What? Can I test you? Albert, I'm right next behind you. Can I test you? No. Ну отлично, 89 франков. Надеюсь, что вам хватит хотя бы на полстороннего. Хоть аэропорт Женевы находится прямо в городе, цены на такси высоченные. Не-не-не-не-не, ну это ж понты, ты приедешь. Приедешь, бесплатный билет. Помните, в этот раз мы разыгрывали не только золотую карточку, но и билет. Его можно получить бесплатно, в аэропорту, в зале выдачи багажа, вот в таком автомате. С этим билетиком я могу доехать до города на автобусе, троллейбусе или поезде. I see you up there, I'm shooting. Can you see me? Но этого с головой хватит, чтобы добраться до центра. You're shooting, idiot. You're not even hitting me. Машинка, конечно. Красавица моя, девочка моя любимая, боже. Какой дизайн. EFG killed me. Так,
Zaichikом. Мощность двигателя 610 лошадиных сил. Максимальная скорость 325 км в час. Расход до сотни за 3-2 секунды. Ну и просто она безбашенная, наглая и белоснежная, как лавина швейцарских Альп. I killed you. Yeah. This game is quite hard. It's not easy. Которые напрямую зависят от дохода. То есть, чем больше денег я зарабатываю, тем больше будет штраф. Обалдеть, я такого вообще не слышала. Представляете, несколько лет назад одному швейцарцу выписали рекордную сумму штрафа – 1 миллион долларов. Да, вот это погонял мужик. Это получается, что на таком супергаре в Швейцарии нужно ехать и плакать, ехать и рыдать, потому что ты тупо не можешь показать всю мощь этой тачки. Oh, but did you hear? Some rich guy in Switzerland went over the speed limits and he was fined 1.5 million Swiss francs. Первое, что замечаешь, приехав в Женеву, бесконечные магазины часов. Ну что ты смотришь, что ты смотришь? Денег на часы нет. Все, идем дальше. А еще, что тут приятно просто гулять. Смотрите, вокруг горы. Под боком озера. Лебеди в нем вон, будто накрахмаленные. Улицы чистейшие, словно их вымывают шампунем. И все так. DFH22. Oh, I spawned in a weird place. That's good. I killed you. I've got 6 round kills.